И всем привет, друзья! С вами вновь Селеросл, Хамстер Дед. Мы продолжаем проходить и выживать в Force of Nature. Вот, и сегодня мы будем заниматься такой вещью, как, во-первых, мы закроем наше задание. Это нам надо поймать гоблина, получить новый уровень. А на уровень уже я начал все собирать. Во-первых, у нас уже есть 15 аметистов этих кусков. Во-вторых, я поставил сейчас 2 слитка золота на переплавку. Надо будет еще 2. И еще 2 слитка бронзы. И мы выполним все зашибись. Еще 1 слиток золота. Да, всем привет, дорогие друзья. Да, у меня был, Леха не спрашивал. А в чем проблема? У тебя нет слиток... А, слиток золота. А, ну можно... Еще один тебе нужен? Да, еще один. Ну пусть те доплавятся. Но сейчас тут уже 10%. 5, 2. Опачки, я делаю. Все, еще пошло, все. Отлично. У меня просто мало было этих крошек. Монеток? Ну, типа того. Нет, не монеток. Монеток у меня хватает. Я имею в виду крошек этих. Долбёшек. Ладно, крошек сильно. Долбёшек. Руды. Нет, подожди. Все, я начинаю плавиться. Монет. Уголёк, угольки эти долбанные. Вот. Чё, пошли ловить писек. Пускай все это делается пока, пойдем. Ну, сейчас, погодь, секунду. Мне тут все очень надо. Сейчас поставить, чтоб я потом не парился, не напрягался. Так, я забираю сейчас последний слиток. Отлично. И мне нужно, что там я забыл уже. Сейчас характеристики. Уровень. Бронза. Так, бронза. Слиток олова, слиток меди, зашибись. Слиток олова. Оловянной руды нету. Почему есть? Так. Меди из руды. Держи олова. Из монет. Так. Во, все, благодарю. Ладно, все, это будет надолго. Погнали, да? Все. Да, я скину, у меня просто до жопы всего. Прах, камень. Прикалываешься, ну-ка, дай. Прах нужен будет, не забывай. Да нет, не трогаю я его, пойдем. А, хотя с другой стороны, смысл, если мы здесь все скинем, это ж не пропадает. Вот именно. Все это остается, да. Можно. Куда идти? Да сюда куда-нибудь, я ж поспал, тем более они тут должны перерезаться. Mm-hmm. Хорошо. Вот жаль, что здесь нельзя бегать как-то, не знаю. Очень жаль. Чё-то как-то тут нету ничего, слушай. Никого, точнее. А ты взял эти цепи? Да, взял. А, ну давай попробуем. Там пофиг, давай, лишь бы какого-нибудь гоблина приручим и все. Ну, что выросло, то выросло, как говорится. Ну да. Так что... Что увидим, то и приручим. О, вот он. Так, иди сюда. Сейчас убегать начнет. Нет? Давай еще раз. Да Капец. Нет. Да, все, давай. Все, вот. Есть. Приручить. Отпустить. Там, зайди в него через пробел, вести за собой. Оставить тут, вести за собой. Ну чё, смотри. Первого уровня. А может он, прикинь, он будет качаться? Пойдем. Да он глупый, да пизды, блядь. Ты чё? Ёбан. Как с тобой животные вообще ходили, чувак? Он глупый, да пизды. Ладно, это давай. Гоблин на первого уровня. Давай заставим его сражаться с этим. Защищай нас. О. Ну да. Ну да. Давай это. Приручи за собой его, позови его за собой. Я его оставил. Ну, он за мной. Так. Хочешь у седьмого... А, подожди, это ты... Не можешь держать животных этого вида. Вообще адекватный.
Я в итоге мне нравится, они просираются. То есть как так? Если я не могу его приручить, значит они не тратятся. Чё за бред? В итоге все, у меня три штуки осталось. Ну ладно, мы его приручили, получить да новый уровень. Да мы выполнили уровень. Задание, и хрен бы с ним. Ну это Это да. знаешь, хорошо будет приручить какую-нибудь там голема. Ну если да. такое есть, возможность такая. Так, ты семки хотел тут истребить? Да я уже... Геноцид устроить? Да, я уже устроил. Собирай сам, чувак. Это нужные вещи. Вот нам сейчас идти, там портал ставить. Ты, кстати, можешь его сделать, нет? Ну, прах нужен для этого, я же говорю. А, ну, сколько там надо? Да я 100 костей взял, у тебя просто там эти осколки делаются для стрел. Наконечники. А. Я там хотел праха просто на 100 когтей захреначить. Ну, я понял. Просто зачем иметь там, блин, много стаков когтей, если можно сделать вон, там может... Половину из них праха. Ладно, лишь... сильно не вырубай. Пускай красиво. Какая разница, будет. Мы все равно с собой уносим. Ну ладно, пошли, пошли. Ну я уже начал. Дорубай. До последней дорубай, пошли. Да, все. Барашка. Вот она, барашка. Это наша барашка, если что. Ой. Так, сейчас я посмотрю. Кстати, пока бегу. Портал. Нам нужен прах, глина и песок. Сколько этого праха надо? Сколько я имел в виду глины и песка. Прах у нас есть, все. А, подожди, нет, ты мне камень скинул, да? Какой прах я тебе скинул? Нахрена я тебе камень буду скидывать? Подожди, ты мне походу с камень скинул. Да нет, прах. Значит, я его подобрал. Нет, ты его подобрал. 10 штук. А, лядь. Все, что-то не отобразилось. Надо было закрыть, наверное, все полностью. Ну и все, нам нужно 10 глины, 10 песка. А, да? Ну вообще, ну, да. вообще огонь. Ну давай, у тебя лопата, чувак. У меня нет лопаты. Я. Все грядки засажу. Да я пока сделаю нам стрелы. А, перья. Я тебе все перья отдал тогда. Ты стрелы начал делать? Нет, еще ничего не стал я делать. Вот не делай. Ты не сможешь все равно сделать прах. Там нужна ступка. Там ступка нужна. Ступка? Да, для дробления. Ступка, говоришь? Так точно. А, ну ладно, делай свою тогда штуку. Да все, тут просто сжарится до хрена всего. Так, слиток меди, слиток олова, да, нужен еще? Два, наверное. Во. Все скомпоновал и нормально. Вот мясо, ты чё? Упал? Где мое мясо? Господи, страшно-то как. Когда мяса нет. На кой хуй нужны улей, не могу понять. Угольки? Улей. Улей? Вон я там скинул. Так, наверное, что-то сделать из него. Пусть валяется, хрен с ним. Давай, короче, слышишь, у нас гоблин будет, он же, надеюсь, нас не начнет тут это. Оставлю его тут, и пусть он как охранник тут лазит. Все равно он бесполезный. Я как посмотрел его атаку на кабана, блин. Ну, он может кабан на себя... Кабан его быстрее сожрет. Ну, он может на себя, да, принять удар, в случае чего. Да, два удара, блин, готов. Слышь, может, этих двух ударов нам хватит? Да, сиди, извращаться. Так, маленький сундук. Лёх, посади кофе, я не шарю. Ладно, давай попытаюсь. А что, я не посадил разве? Я уже его собрал, кофе. Вода нужна, у меня нет воды. Ладно. Да я посажу. Опять меня убить хочешь? Так. Ну тут жареное мясо. Вот именно, что жареное мясо. Я бы забрал бы оттуда эту ступку или что там и туда переложил. А где тут, сука, выжималка делается? Блин, слиток меди нужен или железо. Вот надо, надо сделать, сука, выжималку и с собой носить ее. Мало ли, сука, чего. Да харе, блядь, если он будет гавкать,
Я его убью. Подожди, я хоть то делаю. Слиток бронзы, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Уровень. Да, слиток бронзы. Так, скоро уровень получим. Что мне может не радовать. Ну, а я сейчас после тебя сделаю два слитка. Или... Я стал так аккуратно, что я вообще не могу пройти. Это... Делать одну, сука, выжималку или две? А зачем? Чтобы в походе можно было сок крутить. Ну, делай одну, если что, будешь делать, крутить там сок, ягоды. Кстати, у меня ж розы есть, точняк, надо попробовать розы посадить эти, голубые. Розовые розы. Не, голубые. Нахуя нам каменный нож, объясни мне. Не вот знаю, я их все повыкинул уже. Вот он засирает мне, мать его. Серьезно, бронзовый слиток один только делается? Да, ты чё думал? Загуби. Да говно вообще. Не, значит тебе чего-то не хватало, я сразу делал. Ну, я сейчас сделал. Я не смог сделать, я по одному могу делать только. Странно, странно. Слышу, он куда-то тэпается, Лёх. Да пусть тэпается. Ну его нахрен, челубей тот-то. Там 150 стрел делается. Я двадцатку забрал, у меня 75. Нихуя, у меня 7. Значит, все забираю остальные сам. Так тут по 75. Я только 35 забрал, еще 40 моих. Ладно, я глину копаю, все, отстаньте. Хопа, 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 я танцор диска, ёптать. Я помню, что десятка нужна. Так, все, десятка. И песок, да, если я не ошибаюсь, там говорил? Да. Да, и песок. А песок можно только здесь копнуть. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 и в итоге ни хрена не 9, да? Где эта фигня? Нет, правильно, 10. Я делаю. А я не делаю. Его ж надо поставить, выбрать, куда поставить. То есть нам надо добежать сначала до туда, до того места. Ну а что сделаешь? И потом только я смогу поставить. Отлично. Давайте ветки кофе. Бамч. Сегодня у нас кофейные грядки в процветании. Можешь его отпустить? На кохуй он нам сдался, Лёх? Ну давай, отпускай, я его убью. А он будет злым, да? Наверное. А, он сам отпустился. Так он еще жив. Подожди. Но у него вон целая полоска хп еще. Так он уже под землю ушел, все. Нет, вот он лежит. Вот, а вот теперь ушел, все, резко исчез. Не знаю, он упал, из него монетка выпала, и он под землю ушел. Он сам отпустился. Он сам не прочь был. Отдаться. Блин, 18 мяса еще, я в шоке просто. Так, ладно, характеристики. Уровень. Ты готов? Давай. Я получил 8 уровень. 10 меда и 15 крошки рубина. Ну вот, улей, добывай мед. Крошка рубин у меня только один. И еще... Пасека соорудить, твою мать, серьезно, пасеку? Пасеку, да. Где пасек? Все. Вот и улей нужен, и фиалки, и грозантерии, и сразу вон, все нашлось. Вон, все. Где улей нужен был, вот улей. Мне он не нужен, я его скинул, поэтому. Подожди, а цветов у нас тоже, наверное, ни хрена, да, нигде? Нет, конечно. Тут у нас жало, уголь, земля. А мы их и не собирали. Правильно. А зачем они? Подожди, у меня 13. Подожди, алтарь есть какой-то. А, их по 30-ке надо, ни хрена себе. И 20 гвоздей. Ну давай я гвозди замучу.
20. Так, слиток меди нужен. Так, давай 2 слитка меди сейчас забубеним. Угу, хрен там плавал. У тебя есть медные монеты? Так точно. Сколько? 88. Давай, скидывай все. Нет. Давай. Ой. Не надо, я тебя отдам. Ну-ка. На, тебе отдать остальные. 63, на. И золотых, если надо. На. А, не, это только что. Что ты тут? Что ты тут пишешь? Ага. Не знаю. А я думал. Но я думал, это как его. Ну, консоль на ее открывается, а это нет, да. Чат. Йотафон, бля. Блин, веток нету, можно было пугальки сделать. Веток нет. Ой. Петя, Петя, блин. Давай с третьей. Зачем ты кофе забираешь? Чтобы сделать его. Так я тоже собираюсь, чтобы сделать на всех сразу. Ты думаешь, зачем я их, блин, туда-сюда сажаю? Барашки. Иди в опизду, Лёх, давай, запускай. Кого? Кофе, кого? Кого? Запускать? Кофе, блядь, запускай. Кофе, кофе, ёп. 34 кофе, нормально. Обопьёмся. Может быть. Не хватает ресурсов, подожди. Ты чё, охренела, чудовище? Вода кончилась? Ничего себе. А, ну правильно, я ж кофе сделал. А, кофе, кофе, кофе. Молоко есть смысл корове забубенить? Ну, там можно делать, так что коктейлем. А на овцу, наверное, не хватит, да? Правильно. Я ж 2 баклажки на корову. Корова вообще, короче, троглодит. Чё-то я не знаю, забрал ли я стрелы с часть свою или нет. Тут чё-то, блядь. Я могу с тобой поделиться, если да будешь. Нет, просто на твою душеньку выходит дохерище. Аж целых, блядь, 55. Такое ощущение, что я не забрал. У меня 75 сейчас, хочешь, забирай. Да ладно, нет, у меня 82. Я забрал свои 75, как я рассчитывал. У меня, да. Погоди, у меня было 8. 75. Нет, что не то, блядь. 75 и 5. 83 должно было быть. Странно. Какой-то косяк, блядь. Ладно, забирай, это все твои. Не хватает ресурсов. А, воды не хватает. Вот эта вода задолбёт, а? На, держи. Так. А я пока сделаю соковыжималкаку. Ты мне скинул стрёмную стрелу? 55 штук я тебе их скинул, каменную. А, это каменная. Я читаю, стрёмная стрела. Кстати, на свои эти. Кстати, да, я же возле хотел забубенить. Вот заодно и проверим, можно его сделать. Нет, слушай, походу реально пофиксили все это дело. Побыстрее все это хреначится. Я вот прям смотрю и четко и ясно вижу, что... Бронзовый шлем, скорость бега минус 3. О, ну да, мы и так, блин, как инвалиды лазим. О, зато железный топор, 25, ёпта. Требуется железо, да? Да. Всего лишь. Ну да, нехило. 2 слитка всего и 10 веток. Надо делать будет. 8 слитков железа нужно. Да, можно, Лёх. И 40 веток. Да, и можно. Вот, я засунул соковыжималку, все, я у себя в инвентаре делаю сок. Молодец. Погоди. А что, у нас так руды и нету, или у тебя руда вся? У меня вся, но мне нужен уголек. Есть уголек? Да, я тебе 20-ку скину, на.
А другого нету, надо рубить вон эти кусты. Че, блядь? Погоди, а чего? А, ну да. А мне не хватает. Так, как сделать рецепты? Уголь X5. Ну тут 40 штук есть. Так, так что я показываю. Наверное, мы будем этими топорами вообще ваншотить всякие кусты эти. И было бы еще лучше, если бы выносливость при этом тоже меньше требовалась на удар. Блин. Нужны еще, сука, угольки и тить того рота. А. Ну, я могу отдать последние 18. Да нет, мне чуть-чуть. Чё? Что, блядь? Там на овцу напали рядом с тобой где-то. Нет, не на овцу. На тебя? Или на кого? На свинью? А ты что, тупая свинья, лазишь в лес? Жить надоело. Паскудная тварь. Да, клубничный сок сделался, у меня в инвентаре все ровно. Капец, со свиньи вода получается. Что, блядь? Да, свинья дает это. Воду за яблоко. Пот, по ходу дела, она дает. Пот. Вот. Нахрен она нам нужна тогда вообще? Сейчас я. Да я запустил 999 миллионов. Делается тоже, уже. Тоже. Все, мне этого должно хватить на 8 слитков. Хотя я... Да. Подвиньтесь. Все. Точно? Так, допустим, да. Тут 2. И тут 2. А, ну и все. Единственное, чего нет... Я пойду. Я сейчас попробую вот что посадить. Голубую розу. Чего? Не понял. Ну подожди, голубая роза. Охренеть, она просит 2 воды. Блять. Подожди, так у меня есть 2 воды, вы чё? Да каких ресурсов не хватает, не пойму. А, 4 воды она просит, ёптать. Ну, если у тебя... Я сейчас немножко охренел. Нет, если у тебя 2 розы, то да. У меня их 4 розы, но 1 роза требует при посадке 4 воды. Откуда вы, ёбаные, блядь? Иди нахуй, вот беги отсюда. Пока я добрый. Бать, он там... Прикинь, он... А. Я думал, он побегал и решил опять на меня напасть. Так, ладно, подожди. Я хочу попробовать пасеку себе построить. Нужны фиалки и гортензии какие-то. Надо в лес переться. Блин, вот же лезешь. Возле нас прям. Прям перед носом. Я пошел за цветочками. Всем нарублю тут по ушам, нахрен. Ну, примерно нам хватит на 2. Так, а вот и цветочки эти долбаные всякие. Это ж вы? Шалфей, розмарин. Да нахрен мне эти салаты нужны. Да ну, с этими гоблинами вообще драться неинтересно. Ты пока делаешь 1 удар, они делают 2 удара. Но мне кажется, это дальше будет потом какие-то уже крутые реально штуковины. Да! Зашипела, блин, гадость рыжая. О! Их я посмотрю. Яблочный даже получше делать. Максимально делаю яблочный сок. Так. Плохо избивают мне всякие тут ушлепки. Где тут поляны эти вонючие? Миша, твою мать. Блин, куда ты ушел? Я вверх. Хочешь, я тебя сейчас тэпну? Не надо. Я цветы ищу. Я ищу поляну цветочную. Опять эта леса вонючая.
Блин, они задолбали, знаешь, они дамажат, а потом убегают, когда у них жизни мало. Больше всего бесят эти гады. Я нашел много подсолнухов. Нет места, железная кирка. Ошибись. Да отвалишь ты от меня. Так где эти цветы вонючие искать? Хезе. То обычно полян тут вообще до жопы, блин. Тут не, цветов нихрена. То их обычно до жопы, да. А вот он. Иногда их нет. Миша избивает гад. Как, вытянешь нормально? Да, 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 я уже второго убиваю. Ну, кофе, грибы, чё за бред? Это не поляна разве? Цветочная. Ебать, я это думаю, чё за бред? Чё? Блин, меня не пускают. Почему? А, короче, области. Теперь добавили лазить по областям. Наверное, там загрузка области какая-то очередная. А, за желтую тебя не... Ой, за розовую тебя не пускает? Блин, капец они грызут, конечно. Попрошу тебя прийти в дом. Да придется. Только намудохали по макушке. Цветы не нашел вообще. Я хз, где их искать. Мы ж много находили цветов там, ну, прям да. Вообще. Вот, значит, как области тут работают. Розовые? Ну, скорее всего, круг — это наша дистанция. Ну, это значит, порталы надо ставить, и все. Это ж от портала идет. Думаешь? Не, ну, блин, чувак, посмотри на север, и какой вокруг него ровный круг. А он ровно в середине. Может быть, мы и раньше так могли, только мы не ставили портал. Эх ты, лиса поганая. Паскуда, блин. И знаешь, еще такая? Как дал бы ей нахрен просраться. Говняха. Не знаю, грибов до хрена тут это. Даже полян не нашел с этими, с пчелами. Жужжащие пчелы. А жужжащие шмели, блин. Обздец. Что ты хочешь? Ты хочешь мне подарить новые эти? Ну, топор можешь забрать уже, а кирка делается. Ну вот, я иду забирать. Да в смысле, места не хватает. Кирка через 6. И тайминги, походу, да, побыстрее, нет? Не или знаю. Мне показалось. Да нет, побольше. 0.59, 0.59, такая же. Ну, типа топоры. Просто эффективнее. Так, что еще нужно? Блин, построить... Сегодня в приоритете хотя бы как-нибудь построить пасеку. Фиалки... Подожди, точняк, ёпта, тех же ж можно посадить. А, заберите, пожалуйста. Сейчас, сек. Доменная печь, слитки железа, так, уголька не хватает. А, благодарю. Так. Выбрать. Ну, а пускай на все. Я масло выкину, пусть его жрет кто-нибудь, мне пофиг. Я сейчас
цветы посажу и все. Нахрен. А где корова? Корова, иди сюда. Все, цветы растут. Такс, что нам еще? Булыжник. А зачем нам булыжники нужны? Булыжники? Но из них... А, не знаю. Клещи железные можно сделать. Вот, я сейчас их делаю. Клей. Маракасы. Маракасами драться. И чё, сколько бьют? 10. Ты забираешь кофе, нет? Ну да, чё, сколько ты мне оставишь? Ну, у меня двадцатка просто с собой сейчас. Ну, у меня 12. Ага. Просто хочу пополам их поделить, прям ровненько так. Того будет 17 сейчас. Ну давай, делай все уже. Так. Ткань тоже из шерсти делается. Нет места. Места нет. Найдем. Деревянные, блядь, клещи. Да что ж ты, вот по сути, что ими можно, блядь, сделать? Да ничего. Они изначально должны были быть железными. Так, а если я захочу сделать вот так еще? Ага, ни хрена себе, пошли в жопу. Железный, слышишь, железный длинный меч 35. А сколько его скорости? 0.71. Чуть-чуть помедленнее, да? Ну это, наверное, типа палаш какой-то. Но зато 27 и 35, да? Угу. Есть разница. Так, гортензия какая-то. Давай, где эта гортензия долбаная? Вот она. Давай. Сажайте мне гортензии. Капец, это чтобы построить вонючую пасеку. Ну, то, чтобы вонючая, может, полезная. Мед, может, даже будет вкуснее и полезнее, чем что-то. Капец. Крошка любого драгоценного камня, прах, мед, слиток золота, камень, и можно сделать алтарь. Давай сделаем, у меня есть крошка изумруда, топаза, крошка оникса есть. 5 нужно крошек. Но у меня 4. Ну, 5, у меня есть 5, но они, правда, все разные. Ну, там пофиг, там же ж написано любого. Но у меня 2 оникса. Одна топаза, одна изумруда и одна рубина. Ну, нужен прах еще. Мед 5 штук. Камень и 2 золотых слитка. Кофе, кофе готов. Забирай кофе. Угу. Забрал? Да. А, ты сыр поставил. Ну ладно. Так, ну пасека сейчас будет скоро готова. Капец, тут вещей просто чматья валяется на берегу. Жалко, их нельзя разбирать обратно на вещи на какие-нибудь. Ну. Очень жаль. Я был бы не прочь. Так, 85 грядка еще. Блин, ждать надо, пока сыр этот изготовится. Пока он изготовится, ты с ума сойдешь тут нахрен. Блин, вот же забор. Сюда бы загнать бы эту живность всю. Хотя бы вот этих, блин, кури, петуха, блин, долбаного, да барана. Те не особо так-то нужны звери. Ну, я хочу, давай. С какой стол портного? Пасека, ёптать. 25.
Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Пошли, нам портал еще надо ставить. Сюда кофе. Ну, сейчас я пасеку дострою. Ну, что ты нетерпеливый такой? Я же должен куда-то выгрузить ресурсы. Ну, я же должен освободить эти ячейки в своем инвентаре. Общество. Заберешь сыр? Угу. Кто? Пусть мясо жарится нахрен. Так, а я, наверное, сделаю следующее. Я поставлю 100 грибов этих, а эти выложу туда. Просто знаешь, почему я не выкидываю мухоморы, вот это все? Ну? Потому что, мне кажется, они все-таки нужны будут для каких-нибудь зелий. Ну, нужны для зелья ночного зрения. И все? Ну, я тебе сказал же, да? Так, может, они еще для чего нужны? Ну, может, потом откроются. А так вот, типа... Где тут? Где я видел? А, в хавке, по-моему. Да, вот зелье ночного зрения. Мухомор или поганка, или жало. А, вот мы можем еще броню делать теперь. Черная футболка, белая футболка, бронзовые наколенники, бронзовая кожаная броня. Скорость бега... О, да тут... Ну, короче, это для танка. Mm-hmm. Если ты хочешь танком быть. Хотя вот, бронзовые наколенники хорошая вещь. 11 брони, а не ничего такого. Золотые ножницы. Алмазные еще, да, почему б нет. Веточка кофечка. Там твоя гортензия родилась. Да-да, я ж ее пасу. Выпасываю. Так, ну что, фаталити, Тёмчик? Угу. Можешь участвовать в строительстве? Счастик. Что, блин, я думал, там сейчас будет что-то мега, ультра, убер. Да уж. Такого я не ожидал. Но я не вижу, поэтому... Сейчас увидишь. Готов? Ну, давай. Ты думаешь, тут пасека такая мега, да? Да нет, маленькая, скорее всего, должна и должна быть мелкая. Типа их много, но они маленькие. Вот. О, да, ну я даже ожидал еще меньше, в один блок. А это в 4. Неплохо. Я думал, тут сейчас будет пасека, блин, с размером с вот этот шалаш, блин, хотя бы. Что там будет несколько, пчелы будут трудиться, а это всего... Ну, короче, это как грядка. Тупо как грядка. Можно грядку зато сделать? 4 на 4 грядку. Не знаю, я сделал... А вот на нее нужны доски и земля. Меняет скорость производства плюс 30. Ну, я не вижу плюс 30. По-моему, как было, так и есть. 2 праха, 5 меда. Ну вот, значит, нам... Ну все, я готов отправляться. Куда пойдем? Ставить эту? Ну, сейчас. А тут что? Железный нож, скорость производства. Говно. Хотя да, слышишь, чем больше, тем чем больше цифра, тем быстрее, потому что железный нож бьет 0,93. То есть, бля, я не верю, что ножом будешь медленно бить. Блин, ладно, это будет долго. Ладно, пойдем. Пошли ставить нашу эту. Там будем ставить, да? Ну туда пробираться. Угу. Не, ну я теперь проберусь, у меня, блядь, дохуище всего, так что энергии хватит на всех. Их просто... Умерла игра. Да? Да. Ну да. Печалька. Но Лёха пока поставит на паузу, а я ничего не могу поставить на паузу, так что ждем пока. Так, ладно.
сейчас отпустит у меня все быстренько. Блин, неожиданно. Ну правильно, у тебя-то она тогда вовремя хорошо. Ты меня видишь. У меня до этого было. А у меня решила подождать. Чуть-чуть. Ладно, дорогие друзья, сейчас подождем. Да, так, сейчас игра по сети. Создать, тайм, играть. Подключишься, пригласить? Да нет, я вижу. Нет смысла приглашать. Так, все, я вошел, давай. Так, играть. Блин, вот волшебная игра. Мало того, что, блин, она... Ну вот настолько вот, короче, непрофессиональная, так она еще и крашиться может. Причем здесь ни модов, ни плагинов, ничего не стоит. Просто игра решила сломаться. Бейбнуться. Бейба, бейба, бейба. Не говори, что еще раз. Нет, я услышал. Так, ребят, мы продолжаем. У меня, по крайней мере. Надеюсь, там та запись сохранилась. Ну, по сути, должна, потому что если она сама как бы, ну... Ну-ка, стой. Да нет, мы не попадем, все, нам нужно что-то. Уверен? Вон, все, вон, опять 0 градусов, да. Все, нахрен, пошли. Что это? Пальмовый лист? Брезент? А это не наши вещи были случайно? Наши? Брезент я нашел. Ты же это... Ты же терял брезент, у меня его и не было. А лиса, блин, завывает, знаешь, как будто... Кого-то дрифтит, блин, где-то. Миша? Козу, короче, можно приручить, но я не знаю, что она дает. Кролика жаль нельзя. Слышь, свинья воду дает, а точнее пот, так что... Потную воду, да. Ну. По-моему, куда-то нам... Куда идти-то? Ну, вот сюда. К волчаре позорной, рыжей. Ладно, в жопу, не трать на нее стрелы, в жопу. Пошли вот этих подмудохаем. Знаешь, что это было? Я говорю, ты... да все, нет, ты, ты не попадешь. Тупая игра, да нельзя. А чё так много жизни-то? Хорош. Не-не-не, вот, да, стрелять с лука очень сложно, а там, эта игра... Не, там, нет, не сложно, стрелять с лука не сложно, стрелять с лука тупо. Я имею в виду то, на... что игра, блядь, не предназначена, чтобы комфортно стрелять с него, как бы. Подожди, ну... а ты не смотрел, мы лук можем на 8 уровне создать новый тот, легкий? Нет, не можем. Блин, печалька. Хотя можно было бы добавить. Ну да, мы правильно идем. Вот звери бешеные, а. Да, я опять поем этих. Или что это? Белый гриб. Мы можем ставить здесь портал, а можем попытаться дойти до камня. Нет, который... я хочу до туда, не до камня, но там, где вот мы, помнишь, за кустами возле камня стояли. Оба, блядь. Кто-то попал. Не, оба, оба. Там прям четко они как примагниченные полетели. Где-то здесь, короче, вход. Где, не помню. Да, с одного удара. Да? Ну ты не видишь. Блин, загрузка долбаная. Во, музыка поперла. И походу энергии немножко меньше стало тратиться. Ну или это из-за того, что прокачанные мы. Ее больше. Ща пощелкаю. Так, я убил.
Вон берсеркеры с двумя топорами, паскудный ублюдок. Больно бьют. Что выпало? Тарелка какая-то. Прах и крошка аметиста. Это прах. Но у меня тоже кости, там крошка аметиста. Надо было справа ее бить. Атаки больше. Нет, просто смотри, можем уже попытаться дойти до вот этого камня и там поставить. Какого камня? Ну нам надо еще собрать один фрагмент форс натур. Но я не вижу, у тебя-то компас, я не вижу ничего. Ну, скинуть тебе, посмотришь. Да ладно, не надо. Ты ж меня можешь направлять. А ты думаешь, мы дойдем? Думаешь, это не северный камень? Да мне кажется, нет. Ну блин, а он нам не нужен. Он нам нужен. Заполучить еще один. Я ж, блин, в том-то и дело. Пошли. А, что? С двух, да? Какого ангуса? Пошли, пошли. Ну вот они, эти голубые розы, голубые, блин. Самый напряженный, он делает двойную атаку, гаденыш. Может, для чего и нужны будут розы. Блин, музыка, конечно, здесь хорошая, но жалко одноразовая. Как презервативы, блядь. Типа того. Нет, она вот раз поиграла, и все, она перестанет потом. Все, будем вот так в тишине. Да как так-то? Да я мастер уже в этих горах, блин. Тормози. Пошли куда? Туда нам надо? Ну, вообще вот так нам надо. А, нет, нет, слышишь? Да, замерзаю. Именно так, если идти, то замерзаю. Да, давай, я говорю, походу дела это. Раз. Четыре, два, четыре, шесть. За шесть, а там за восемь мы разбивали. Ну да. Не-не-не, кстати, да, возможно, если это обойти, то мы придем туда, потому что вот. Там, кстати, голубые розы еще. Ну ладно, но их в жопу я набрал, их достаточно. Если что, я их повыращиваю. Так, тут трещит кто-то, подожди. Вон он. Вон скорпион, и слева скорпион, слышишь? Тихо! Хорош! Где? Грамотно. Слева. Тихо, вон там, вот где скелет. Не надо тогда его шавалить. Блин, вот эти, конечно, мерзкие товарищи. Бля, как промахнулся. Он уворачивается, господи. Постоим, может, немножко. Хотя, ладно, что у меня кофе 19 штук. Так, промахнулся. Да все, вот ты стоишь на возвышенности, все, хуй ты в кого попадешь. Бля, скорпион. И иду к нему. Я за мишку прячусь. Манси. Ай, сука, он на меня переключил. Попал. Да ладно. Но все равно, как это оно как начинает рябить. Блин, что-то загрузок до хрена. Так, мы правильно хоть идем? Да, если вот так проходить, мы придем правильно. Чего? Да ни хрена. Это какой-то особый папоротник. Уу! А ты их не видел? Нет. Но у меня ж все. Да, у меня черное и рябит. У меня тоже рябит. Меня медведь сейчас нокаутирует нахрен. Нет, все, стоим, давай, я пока. Давай, стоим. Пожру здоровье, установлю.
Я сейчас кофе выпью, две кружки, наверное. Не надо, стой. Одно точно. 12, 16. Да ладно, у нас кофе нормально, мы дойдем. Да нет, у нас и кофе, я и сок сделал. Если что, тут деревья, я видел, с яблоками есть. Они вообще очень хорошо восстанавливают. Да я вон пожру сейчас этих. Сколько у тебя осталось от яда? Половина? Чуть меньше, уже почти прошло практически. Сейчас. Ну это нормально, нормально. Нормально. Вот сейчас я говорю, у меня с микрофоном нормально все. То есть, если я вот так разговариваю, все супер. А когда я как-то ближе к нему подлазю, что ли, он какой-то прям вообще жопа, короче. Жопа, короче, короче, жопа, а жопана. Так, надо сожрать стейк, наверное, сейчас. Мощный, смачный стейк. А то грибы жрать тоже. Пошли. Налево, налево пошли. Пошли сюда. Там кто-то кидается. Так, стоп. Тут этот, аккуратно. Скорпион? Да. Не вижу, где. Слева. Где-то слева. Слева чешется. Можем пойти направо. И вон, 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 справа, справа, вон он не может. Все, вот так идем. Идем вот так. И вот он идет к нам. Да твою мать. Ну, ладно, значит, я иду. Да я уже танкую, значит. О! Зато этот решил куда-то, сука, помчаться и вообще. Там еще один. Да я смотрю, их тут, блядь. Меня тоже траванули. Я теперь тоже буду под грибами. Да все, надо было сделать эту хрень. Не-не-не, все, ставим, ставим, ставим. Вот этого надо. Да сдохни ты. В конце концов. Новые грибы. Куда нам надо? Нам... Куда? В цветы. Да, нам в цветы нужно. А получится здесь подняться? А, не зима ли это, слышишь? Да нет, вот тут пройдем. Зачем? Куда-то. Вот нам в цветы, вот сюда. Вот, вот так и пройдем. Думаешь, получится, там подняться надо. Да нет, вот, если вот... Да, вот, сейчас, давай, понеслась. Ну и это деревья рубить надо. А кто сказал, что будет легко? Даже так. Да. Ну, тут одно дерево. У меня яд почти кончился. Все. Ну да, кофе хорошо восстанавливает, прям вообще от души. Ну и все, кстати, здесь. Палочки, веточки. На этом я проверял. Тебе подхилиться, пожрать бы что-нибудь. Да, сейчас. Это после яду. Угу. У меня выбор, либо энергию восстанавливать, либо хилиться, поэтому я пока энергию восстанавливаю. Ща. Новое? Да. Давай ты теперь руби, я пока пожру. Эта игра не такая простая, как кажется, ёптать. Блин, гитара пошла, вообще огонь. Чего? Ты кто обосрался? Кто обосрался? Седьмого уровня, ни хрена себе. Не пальцем деланные. Ну и с мечами уже, лень, с какими. Не то, что наши. Во-во-во-во-во-во, отойди, отойди, отойди. А чё там? Ты так не подпирай так. Она и здесь начинается. Горилла! Чё?
Смотри, иди сюда, вот так, боком, справа. А я вижу. Ну-ка, стой, ну-ка. А, ну я говорю, здесь стрелять с лука это пиздец. А я и не выстрелил, у меня энергии нету. Все. Тут жара либо опять поперла какая-то. Ехать он бешеный. Ехать он мохнатый. Покемон. Ну и нам туда надо, да, как раз? Угу. Ну все, слышишь, нам надо делать вот эту. А, да он слабый, ёпта. Куда он побежал? Ладно. Все, я тебе говорю, накидку надо делать эту. Значит, нам, видишь, надо было... Что, может, здесь и поставим тогда эту срань? Стой, подожди. Давай вот сюда пройдем. Если что, и поставим тогда. Давай, я за тобой. Кофе нам, ну, сейчас. А то меня жара убила. Окончательно. Не, мне семки помогают. Не знаю, пока семками спасаюсь. С одной стороны, да, кстати, ты прав. У меня 177. О, да ну, тебе этого хватило бы за глаза. Да давай. Так, все, 140. Кстати, можешь за место грибов их и поставить. Пока что временно. Вот, сука, ебучее дерево. Все. Там полежка одна. Сейчас. А я сейчас знаешь, что сделаю? Я сейчас доски намучу. Вон, 33 доски захреначу. Блин, музыка, конечно, тут классная вообще, не знаю. Прям. Мне нравится. А вот и горилла, ёпта! Гориллаз! Водолаз! Что с него выпало? Да ничего. Не знаю. Даже ничего. Кусок жопы мохнатый не выпал. А чё, я Потапыча не увидел? Ну, потому что он только что прибежал. Даже мясо не лезет, я в шоке. Вон, бамбуки, панды. Где панды? Сейчас найдем. Реально бамбук. Охренеть. Так тут вот сакура пошла по ходу дела. Да. Заберешь бамбук? Да, заберу, еще могу. Сейчас семки есть. А, ну в принципе все. А смысл? Это просто как бамбуковая роща какая-то и все. А, теперь надо вот так проходи, да, вот так пробирайся. О, ёпты, жопа, блядь, скачет. На, жопа. Где он тут прошел? Блядь, лось! Воу! Лось, ты чё, охренел? Дикая хуила! Перегрива, Лёх! Что он, блядь, Я же говорю, лечись пока что. Да там вот скорпион опять лазит. Не, спасибо, вот скорпион нет. Сейчас мы куда-то залезем, короче, в жопу мира, нахуй. Сука, не... Твою мать, опять. Блин, ну все, в принципе... В бамбуке поставим. В акведуках. Может, здесь тогда? Или там, где... А, ну это дракон а там. Я говорю, вот здесь давай. Давай. Да, давай, расчисти тогда. О, флейтов. Давай, охрененно. Пант не хватает. Пьяных таких, которые качаются. Там вон еще есть палка. Угу, сейчас поставим, давай, портальчик выбрать. Чего? А вот, фух нахрен. Только здесь можно было поставить. Да ладно, нормально, кстати, довольно-таки в низине, хорошо. Так, как это назвать? Так и назови. Переименовать? Как? Как бамбуковая роща, не знаю. Будем знать, что тут рядом тепло. А тут по-русски нельзя писать, в том-то и прикол. Бамбук, пиши через шестерки. Бамбук. Роща. Все, не надо, я просто написал бамбук.
Там, кстати, когда левитируешь, можно переключать оружие. Да, я знаю. А, нормально все? Да, отлично. Тут пчелы. Мухи, ёптать. Мухи, пчелки, блядь. Мухи, ловушки. О, 5 меда у меня есть, отлично. Они сами, кстати, им не надо ничего, они сами. Короче, как колодец с водой. Ну вообще огонь, а чё нет-то? Если да. Стол портного у нас есть. Алтарь нужен, да? Смотри, крошка любого драгоценного камня. У меня есть. Слиток золота 2 нужно, слышишь? Угу. Я тебя скидывал, да. Слитки? Золото? Да. Ты ж делал. Что нет, да. Нет. Нет у меня золотых слитков. Ну, конечно, сейчас уже нету. Бля, чувак, забей. Ты до этого их делал, я тебе их скинул, все. Но я до этого делал там для чего-то нужного, а сейчас-то это. Че тут за крысы переростки бегают? А, вот. А нам надо возвести алтарь, слышишь? Да, любой амулет создать. А, стоп, че нахуя? И нам, походу, придется делать броньку все-таки пустынную. Печалька. Бывает. Стоп. Ну где этот прах вонючий? Где ты, ёпта? Жалом. Тебе крошка нужна, нет? Какая крошка? Любая. А мед довольно долго делается. Это надо много пасек делать. Ну хотя бы штуки 3. И колодец, я уже думаю, надо тоже делать, блин. На, держи. Это что? А? Нет, не то. Ну ладно. Я уже все подобрал почти. Все, что мог. Все. Забирай. Да у меня есть эти крошки, долбанные окрошки. Это. Сейчас я опять близко к этому. К микрофону лезу. Смотри, нужны камни, ладно, камни у нас есть, я там выложил их в сундук. Прах мне нужен. Сколько? Сколько? 7 штук. А у меня 6, надо. 6 есть. И 2 золотых слитка. 6 вот есть. Вот они, монеты золотые, я скинул. Да, у меня есть. Все, нужны именно золотые 2 слитка. Наверное, мы не осилим их, да? Почему осилим? 2 как раз, но нужно угля 5 штук, точнее 10. Да, я тебе скину сейчас. 10 угля. Найду только. 10 угля и 3 уголька. На тебе 10 угля. И 3 уголька, да? Да я уже сделал. Забери, я взял уже. Выбрать, вот тебе 2 как раз пошло делаться. Все, и мы сможем сделать тебе алтарь. Нам алтарь. Потому что я посмотрю, здесь нету такого маг или воин. А, ты делаешь, да, уже? Так, и мне нужно еще камни сейчас. Подожди, что за бред? У нас камней же до хрена было все. На, держи. Я не знаю, где было, но у меня есть. На, держи. Поэтому. А, ну все, мне этого хватит. Я что-то хотел сюда закинуть. Я хотел сюда кости, потому что воды нету, а выкинуть я ничего толком и не могу. Обидно. А еще обиднее то, что нельзя отдельно фундамент поставить, чтобы на него можно было сундук поставить. Тоже обидно. Что ты бедных зайцев гоняешь? Лянь, аж под воду ушел, водолаз. Да думаю, ладно, все, портал поставили в бамбуках. В ну давай дождемся, я построю алтарь. И на этом можно будет закончить как раз там. Ну один слиток есть. И времечко хорошо подойдет, прям аккурат. Так, ну, бронзовые ботинки, да, но они не греют ни хрена.
И поэтому... Да все, нам надо делать другую вещь. Ладно, куда ставить этот алтарь? Типа, время, минута 40. Время алтарь большой, с пентаграммами. Сейчас, время приготовления с учетом выбранных ингредиентов, минута 16 секунд и 9 доли секунд. Так что... Ну давай вот сюда куда-нибудь его размести, здесь, что ты как-то там ставишь не так, ну тут размести его прям, чтоб портал там как-то нормально. Прям возле портала прям, вот так подходишь вот с этой стороны к нему, а портал будет вот тут. Так я хотел, чтоб ты его вот так, чтоб подходить было. Ну там есть возможность его перекрутить, так что если хочешь. Ага, ну ладно, да ладно. Сейчас я не знаю, можно его переместить. Его пока невозможно. Короче, надо подождать, пока он достроится. Но алтарь там реально кошерный. С пентаграммами там совсем на свете. Зато ли они мне место сколько освободило? Целых 4 ячейки. Я теперь могу воду забрать. Отсюда, да. Так, веточка. Кофееночка. Красота. Сейчас переставим. Он, кстати, переставляется намного быстрее, чем строится. Сейчас там он есть. Переместить его. А что по декорациям у нас? Новогодняя елка. Поздновато. А у тебя есть эта сосновая хрень? Шишка? Какая? Ой, я выкинул их. Уже давно. Наверное, серии 2 или 3 назад. Подожди, а где мои шишки все? Вот она. Фух. Готов? Угу. Сейчас, я не знаю только куда поставить. Да вот сюда, ставь куда-нибудь, вот тут сюда. Отходи. Во. Видать, это... Как этот? Новый год прошел, елка осталась. Вон. О, да ладно, она еще и мигает, охренеть. А где подарки, мать вашу? Ну, вон они. Нет, я ж там не знаю. Я думал, рандом будет какой-то. Какой-нибудь там БФГ, сейчас, не знаю. Не залазь мне, пожалуйста, не залазь, не залазь. Ну да, ля, нехило. О, этот красный, этот синий, ёбана в рот. Вот, сейчас он переставится. Вот так. Надеюсь, я правильно поставил его. Да ладно. Да. Что тут у нас с улицы? А, вот можно крошки аметиста делать, кстати, какие хочешь. Изумруда, оника. А-а-а. Типа вот драгоценный камень любой нужен. Амулет жизни. Восстанавливает здоровье на 0.3. Амулет скорости. Скорость бега плюс 8. О-о-о. Амулет комфорта. Утепление минус 2, плюс 8. Амулет комфорта. Амулет энергии, восстановление на плюс 0.25. А есть комбинированные какие-нибудь, не знаю. Амулет силы, урон плюс 6. Нет, вот, два амулета тебе даются, ячейки, какие хочешь выбираешь. Дальше потом идут с прокачкой. Роскошный амулет. Жизни, допустим, плюс 0.7 будет. А роскошный амулет скорости плюс 14. Бега. Бать, тут флешем можно быть. Ну да, вот, посмотри сам. Ну да, ты не дал глянуть ничего. Ну да, амулеты всякие тут. Нет, прикольная игра. Она сейчас приобретает краски постепенно, но просто очень все медленно. Ну и что он делает? Force of Nature. Фрагменты 7 штук, 5 оникса, 5 аметиста, короче, всего по 5. И что он делает? А ничего, да? Типа, если его взять, то, скорее всего... Чё? Конец игры. Кого? В самом низу. Force of Nature, сила Земли. Или, может быть, он все в себе содержит. Фрагмент Force of Nature 7 штук. Но это вот по заданию. Ехать их еще добывать. Мы только 2. Третий куда-то в жару уже переться надо. И потом еще 4.
жопа. Так еще их надо объединять. Но я вот хочу амулет энергии, допустим. Крошка топаза и слиток железа. Крошка топаза могу сделать. Не вопрос. Делаю. Железа нету у нас, поэтому... Так. Ну, кстати, там есть за печкой. За вот этой печкой, если вот так пойти по прямой туда. А-а-а. Там ну есть ладно, железо. Потом как-нибудь. Да, этим потом займемся. Короче, я хочу энергию сделать. Надо будет нам энергию сделать, чтобы хотя бы, ну, чуточку. Ну, чтобы она восстанавливалась, да, побыстрее. Интересно, вот. А что, если сделать два энергии амулета? Ну, быстрее, наверное, будет восстанавливаться. Или они скажут, иди в жопу, блин. Короче, слушай, я сделаю тебе, сделаю себе, но я попробую их два вложить в себя и посмотреть, будет ли это работать. Mm-hmm. Да, это мы вот в следующих сериях, дорогие друзья, посмотрим. Вот, ну а с вами был Hamster Dead, Silly Russell, Force of Nature, если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте рассказать о нас своим друзьям, и до скорой встречи, всем пока. Всем пока, ребята. Ну все, в принципе. Как калеки вообще просто. Вова, блядь, в говноигру пошел. Все, я вылазю тогда. Паладины? Угу. Да, давай, вышел, да? Mm. Игра закрашилась. Опять? Так, стоп. Смотрим. Все загрузит. Говноигра. Вова пошел в говноигра. Какая у нас последняя серия вот эта издулась, да? Да, последняя вот сейчас была. Сейчас я посмотрю. Привет, с вами Вилсаком. Тогда к новостям, ребят. Это относится к тесту. Слышишь? Такое редко бывает. Тём, да. Короче, у меня по центру экрана курсор и белый экран. В конце? Да. Кстати, про... Ну, игра типа крашнулась, но у меня же запись не закончилась, и типа там все слышно, но просто белый экран. Как нельзя кстати про огнемет Илона нашего Маска. И он там уже вообще такая продается. Да что, неплохо, в принципе. Ну, я папку установлю, не знаю, когда я его установлю, сегодня, завтра. Когда у меня получится его...